Международная научная конференция «Беларусь в контексте европейской истории. Общество, государство, личность» проходит в Гродно. Более 280 историков из Беларуси, России, Польши, Украины, Литвы и Узбекистана собрались вместе, чтобы обсудить новые подходы в изучении, сохранении и приумножении духовно-культурного наследия Европы и Беларуси. Мы только 25 годов, как будуем свою державно-национальную независимость. С болем, с криком, але с великим духовным узлымом мы сегодня робим эту справу. И с другого боку, без наукового асансования, без асансования того, что было, будовать новую державу просто немагчимо. Среди тем форума – политическая история, войны и революции в судьбах белорусов и народов Европы, экономическая модернизация нашей страны в контексте европейских процессов, культура Беларуси как часть европейской культурной цивилизации и другие. Говорить про историю своей земли треба на своей земле, и мы вельми рады, что Гродненский державный университет имени Янки Копалы стал таким местом, якое принимая сегодня такой великий науковый форум. Ученые из разных стран поделились своими научными достижениями, обсудили новые источники и методы в изучении заявленной темы. Результаты научных исследований, представленные в докладах, будут опубликованы в сборнике и включены в специальную базу данных научных материалов.